Привет всем, друзья, и вы сейчас просто офигеете. Я сейчас захожу, не захожу на аккаунт, мне пишет русский кот, что вот за день, что там произошло. Я такой смотрю, друзья, и тут выпал спайк, пацаны, спайк, лего выпало, пацаны. Тут вот так 4 эпика, и еще и лего выпало. Шанс на лего был вообще мизерный, и падает лего. Это просто, друзья, реально жесть. Мне интересно, какой шанс на лего? 240, капец маленький. Друзья, это просто реально везучий аккаунт на 3К. Уже 4, все эпики. И лего, друзья, просто это реально жестко. И он сказал то, что до 4К доводить пока что аккаунт не будет, и поэтому отдает его мне. Вот. Спасибо ему за то, что он дает выбрать новых победителей. Хотя вряд ли я буду этот аккаунт разыгрывать, ему просто он не нужен. Я у него его... Был момент, когда я спрашивал то, что вот, типа, все-таки ты будешь давать на розыгрыш? Он написал то, что да. Поэтому... Типа, он отдал мне аккаунт, ему лень 4К поднимать, поэтому... Будет много активности, много подписчиков, лайков и так далее, тогда, возможно, этот аккаунт я разыграю, друзья. Поэтому разыгрывать второй раз как-то не очень хочется, потому что многие отписываются. Лего тут есть, поэтому я думаю, что вы хотите получить его. 3К поднял на этой. На этом аккаунте был 2К, он 3К поднял, поэтому, друзья, уже скоро... ноги и у Холдика были такие зрители. Ну что, я про всех ютуберов такое было. Даже хоть я и начинающий, блин. Сколько, блин, пацаны, лайки пошли, всякое это говно, блин. Это нечестно, реально. Это нечестно то, что, блин, я провожу конкурсы.
устраиваю интерактивчик, и такая херня происходит. Короче, вот, друзья, такой короткий ролик. Спасибо всем за просмотр. Легендарочку. Такой вот аккаунт. Я, наверное, пойду сейчас еще поиграю. Вот. Возможно, я буду на нем играть и на аккаунте без доната. ХЗ, возможно, разыграю. Или продам. Спасибо всем за просмотр, потому что у меня еще аккаунт без доната есть, как вы помните. Возможно, буду и на нем, и на спном играть. Либо только на этом. Короче, тоже посмотрим. Спасибо всем. Удачи и пока.